города лето зеленеют, вешние ветры над башнями веют, вдали над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит. Ой, понад Волгой леса зеленеют, вешние ветры над башнями веют, вдаль над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит. На этом этнокризе. И, как тут сказал один политический деятель, наш отечественный, страна народов много, а страна одна. Поэтому очень важно знать и традиции всех народов, которые живут в мире и согласен на территории нашей любимой России. Поэтому всем желаю удачи. Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте поприветствовать от депутатов законодательного собрания на этом прекрасном мероприятии. Здесь, в этом уютном месте, собрались люди разных профессий, национальностей, но всех нас объединяет одна любовь к нашей родине, к нашей любимой, Богом любимой Владимирской земле. Сегодня нам с вами придется поработать в условиях многозадачности. Во-первых, познакомиться, во-вторых, подкрепиться, в-третьих, проверить свои знания, ну и четвертое, конечно, провести сегодняшний день, остаток дня в хорошем настроении. Поэтому я всем желаю успехов и прекрасного настроения, и отработать вот этот день в условиях многозадачности с успехом. Добрый день, дорогие друзья! Мы с большим волнением готовили это мероприятие, с большой любовью. Недаром и не зря выбрали именно эту локацию, этот замечательный терем, сказочный, потому как у нас сегодня тема будут «Сказки народов России». Этим мероприятием мы еще не завершаем этот год. Дед Мороз и Снегурочка сегодня не будут. Они еще в пути, собирают подарки, обязательно приедут к нам под Новый год. А сегодня, конечно, «Сказки народов России» – такая тема, которая очень близка всем нам с детства. Мы ее очень любим. И именно в «Сказках народов России» национальные традиции, обряды, все, что мы питали с детства. И сегодня, я очень надеюсь, наши дорогие участники, которые уже не один раз приезжают к нам, участвуют в наших мероприятиях, на протяжении года поддерживали наши выезды в районы, в муниципалитеты, с нашей выставкой «Замечательные герои с вечно русским сердцем». Нас поддерживали, встречали с патриотическим настроением, собирали людей, нашу молодежь, для которой это очень важно. Мы очень вам благодарны в этом году, что вы все вместе с нами работали, поддерживали нас, потому что для нас год был это становление. Он был очень непростой этот год для нашего молодого учреждения «Дома дружбы народов». Я вас очень всех благодарю. Желаю вам сегодня насытиться положительными эмоциями, открыть себя для себя какие-то новые новшества в сказках, которые вы знаете. И всем удачи! Все на руки.
вешние ветры над пашнями веют, вдаль над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит. Ой, понад Волгой леса зеленеют, вешние ветры над пашнями веют, вдаль над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит. Песня летает, русская ширь в той песне звучит.